Здравствуйте, дорогие друзья! Спасибо, что смотрите наш канал «Прошу к столу». В эти волшебные зимние вечера мы хотим вам предложить приготовить горячий рождественский напиток «Глинтвейн». Один напиток будет из красного, нами любимого грузинского сухого вина, а второй – безалкогольный, из виноградного сока. Готовить такой напиток очень просто. Красное вино мы наливаем в ковшик, добавляем туда апельсин. В принципе, вы можете класть любые специи, фрукты, какие вы любите. Добавляем пару веточек корицы, немножко миндаля, сушеная клюква. Очень хорошо также подойдет вишня. 2-3 штучки гвоздики и немного сушеного мускатного ореха. Для безалкогольного глёка мы возьмем вишневый сок, также добавим к нему апельсин и яблоко. Немного сушеной клюквы, миндальный орех, 1-2 гвоздики и корицу. Поставили напитки на плиту и нагреваем. Надо, чтобы они были горячими, но не кипели. Снимаем с плиты, накрываем крышкой и дадим им настояться пару минут. Дорогие друзья, вот так за пару минут легко и просто можно приготовить горячий рождественский напиток. А мы желаем вашему дому тепла и счастья. Согревайте друг друга улыбкой и вниманием. Спасибо, что смотрели нас. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте комментарии. Прошу к столу и приятного вам аппетита!